Так, ладненько. Читаю цель сеанса. Хочу отказаться от всех чужеродных энергий, найти первые случаи и остальные важные, когда я, мое рациональное, отделилась от моего высшего «я» и надсознания. Я хочу убрать все эти блоки, разделения. Хочу отказаться от предательства себя и восстановил целостность. Хочу отказываться от предательства моей родственной души в любом из воплощений. Все контракты расторгаю. Хочу во всех моих воплощениях быть с моей родственной душой. Отказываюсь от козней антимира. Так, из аспектов. Ну, остались те же. Разговор с Валерией, посмотреть, что произошло в тот момент, когда мы с ней разговаривали и поссорились. Второй аспект. Свадьба у Андрея друга, где я присутствовал, целовался с дружкой, отменяя этот поцелуй и отказываясь от всех этих навязанных сценариев свадьбы. Ходить туда, делать то, отказываясь ехать вообще на эту свадьбу. Так, посмотреть конкретно на затылок, район Атланта и сосуды. Все подключки, блоки, чужеродные энергии. И что привело к этому, я хочу изменить, чтобы быть свободным. Сегодня снилось, как будто я рисовал какие-то, как будто проемы, как будто порталы или телепорты, чтобы перемещаться. Вот этот сон посмотреть. Все. Хорошенькая дельца. Что? Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Отсоединяйся от всех и всего, поднимайся наверх. Да. На счет три найди в эфирном пространстве мое эфирное тело, Евгений. 1, 2, 3. Так, вижу, что энергосферу вижу и вижу, как что-то как будто бы держишь. А здесь вот так, как будто бы куснул кто-то пространство. Выкуснутая. И такая черная энергия. Тянется подключка в сектор магии. И там слышу Валерия и вижу, как кто-то как будто бы ей рот закрывает и держит, вот знаешь, так руками. И рот вот так закрывает. Странно. Разберемся. Хорошо, Виктория, отодвините ситуацию. Считай мое эфирное ДНК. Я ли это? Так, вижу, какая-то энергия чужеродная, как лицо чье-то отходит в сектор интерферентов от твоего лица. Да, это ты. Спроси у меня разрешение потрудиться со мной и для меня. Разрешаешь. Так, кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Появляется в секторе магии спрут. Много таких щупальцев. И держит, как девушку. Кого-то держит. Считывается, удерживает в плену. Так, этот спрут, приказываем отвечать, кто он такой? Сейчас проявился как рептилия. Голова рептилоида с большими глазами, хвост приходящий. Руки, как лапы.
Одел костюмчик, и раздулся, и костюмчик лопнул и улетел. Приказывая этому отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Илья. Приказываем отвечать, что он делает в моем пространстве. А говорит, что он рисуйничает. Вижу, у него такой нож в руке. И он так, как будто что-то разрезал, знаешь, как будто торт огромный. Взял так полукруг таким, разрезал. Так, а что это за торт такой? Что это он разрезал? Так, какой-то такой, точно как торт, но как красноватый цвет. Сейчас я посмотрю. И там образовалось такой след, разрез такой. Как будто это разлом, знаешь, считывается как разлом. Разлом коры в земле. И идет слово вот это странное, рисуйничаю. Говорит, что рисует будущие катастрофы. Это как-то с этим землетрясением в Турции как-то связано? Да, связано. Так. А вот этот торт, это считывается как? Сейчас я посмотрю. Я слышу программы обеспечения. Подавленности, податливости, соглашения на угрозы. Сейчас я посмотрю, участвует, из чего он состоит, что она. Я слышу, что это вот такие пиздецки, как эти шапки колдовские. Разрешение на магию. Это, Виктория, мое разрешение? Нет, их там много. Этот тортик, он это не здесь находится, не в твоем, а в секторе магии находится. Да, это землетрясение. Я слышу, что они разрешили, и слышу, он разрешил землетрясение. А кто это он, приказывает ему проявиться? Я вижу, что вот этот Илья, он достает такое, как зеркальце, сектор интерферента, пыль встряхивает, что-то, что хранилось долго, какой-то хранящийся объект суверенности. Вижу молоток такой, и как стук, и такая боль, такая, знаешь, это они колдуют. Она перед смертью колдует в том воплощении. Нужно смерть все отменить, нужно что-то сделать, чтобы вообще может что-то отменить. Так, а вот этот объект, который они, объект суверенности, что это за энергия, кому она принадлежит? Тебе. Так, давай посмотрим, Виктория, то событие, когда я потерял или отдал
эту энергию. Я вижу, что это как удар в сердце идет. Оно считывается как дух. Вот это когда гвоздем забили, ты показываешь, как вот рука корчится, левая. А сердце вот так сжалось, и как камешек энергия. Слышу, что отдал. Отдал. Как дух какой-то. Дух суверенности. А вместо этого вот такая черная энергия в твою сердечную чакру пошла. Угу. Так. А при этом там женщина, девушка, а ее как бы держат, и за рот держат, и заклеили чем-то, как будто бы рот в секторе магии, и приказывают молчать, не выказывать присутствие. Как бы оставить тебя один на один. Так, когда я потерял вот эту суверенность, дух суверенности, с кем, на что я согласился, с кем, есть ли контракт? Давай посмотрим это событие. Я вижу, что это связано с твоим решением на воплощении. Я вот в каком-то пространстве вижу, слышу разговор. Ты с кем-то вот так, где высшее я. Что-то взял. Такое сияющее. И как бы понес его вниз, в нижний мир. Я слышу, как нижний астрал. Суверенность. Свою суверенность понес. Так, с кем я там разговаривала, Виктория? Давай посмотрим. Так, такое эхо идет. Я вижу там за зазеркальем этот огромный спрут. Это вот этот, который в секторе магии. И такой глаз рептильный. Пум! Открылся. Так, а там как будто бы заманивает тебя. Как будто бы заманивает вот эта девушка. Там энергия, она в красных таких, как будто бы ее вот держит, удерживают. Это лицо Валерии. Так, о чем я разговариваю с этим, кто там был, этот Демиург, Илья, кто он там такой, вот этот сектор магии, о вижу, чем я что... Нет, это там нет сектора магии, там вот это как будто с правой стороны разделяется пространство, и оно такое, как черный прозрачный камень, блестит, но в глубину там видно, что происходит. Я вижу, что ты рисуешь, как будто бы вот этот круг делаешь, такой сияющий, отвор какой-то. Как портал. Да, как во сне мне снилось. Да, ты готовишься к нисшествию. Да. Вот так, торжественная здесь обстановка. А там считывается как низменные низы, образы, какие-то энергии безобразные перетекают одно в другое. Хаос. Давай послушаем, Виктория, о чем я разговаривал с этим спрутом. Ну,
Ну, сначала ты разговариваешь как с кем-то с противоположной стороны, там вверху, и ты настаиваешь, что ты пойдешь. Говоришь, что возьмешь обратно, ее обратно. Так, а с кем я это говорю? Кому я говорю, что возьму ее обратно? Кто это? Там какой-то большой объект, как шар, на котором такой, как пояс. Как считывается это? Считывается как суверен. Окон суверенности. И он тебе дает что-то. Как будто бы вот этот, он подпоясан таким поясом. И часть этого пояса, такого как ручник, отдает тебе. И ты уже с ним идешь. Ты его несешь, как будто бы вот этот хлебушек на ручнике, да? Да. И ты как будто бы этот вот хлебушек и вот этот, ну, вот этот сам процесс. То есть ты, считывается с миром. Идешь с миром. Вот оно что. Не так. Воевать, нет. Так, потом этот разговор с этим спрутом. Сейчас я посмотрю. Угу. Я вижу, что ты пытаешься открыть портал. Угу. По какому-то суверенному каналу. А там это как будто бы проворачиваешь. И как заклинило что-то. Какой-то отвор. И чтобы отворить этот процесс рождения на землях захваченных каким-то спутником. Спутник. Захваченный спутником. Спутник Земли как-то. Сейчас. Так, кто это спутник Земли? Приказываю ему проявиться. Появляется как будто бы человек в такой мантии. С таким на голове, как этот, пика такая, черная мантия, с такой шапочкой. Считывается колдун, борода, глаза такие большие, круглые, как будто бы шары искусственные. Как бы глаза смотрят сами в себя. Считывается, я смотрю в этих глазах, как иллюзорный мир, то есть фантазийный мир, мир грез, нижний астрал. Приказывай этому человеку называться, кто он такой, как мы его знаем. Называет себя Илья Монастырский. Это Илья Мамаев. Так. Он находится вот сейчас в секторе магии. Как он с этим отвором связан? Да, как-то связан. Так, и что я делаю? Он дает когда... разрешение на войти. Так, о чем я с ним договариваюсь, чтобы войти? Это спрут, это эгрегор, голос эгрегор.
Эти рептилии, эти как ниндзя, которые прыгают вот так вот. Угу. Так что. Они считываются как человеческие существа. А он как центр этого эгрегора, внутри, как центр управления. И считывается, что он создал вот этого спрута, этого эгрегора. Угу. Матрицу. И он считывается как спутник. Спутник Земли. Почему-то Мидгард идет. Не Земля, а Мидгард. Мидгард. Угу. Да. Мид, это в смысле как среднее? Да, ось. Серединная ось. Это как перекресток какой-то, как крест такой, туда и сюда. А это по центру. Угу. Медиатор. Агар. Да. Агард. Агард. Агарта. А вот так, как черная энергия обволакивает вот эту землю, и от этого вот креста идет, ну, на ментальной карте это как сектор магии, считывается как агарта богов, завоевателей. Вот они все проявились в секторе магии по отношению к планете Земля. О, Мону там увидела. Ходит там, как королева, среди этих черных колдунов. Одна сияет белая, все остальные черные. Она как матка, она отщипывает свою божественную творческую энергию и дает им по-украински наснага. Это как сила. Потенциал им отдает. Заряжает их. Как атомный реактор. Так, а я как-то с Моной это и связан? Спроси у меня. Сейчас, а то я с этой стороны смотрю. С этой стороны идет? Нет. Сейчас сойду с этой стороны. Я слышу, что ты говоришь, что у тебя ключи. Что у тебя ключи к агарте. Что вообще за такое агарта? Ну, мифически у нас считается в нашей мифологии, по-моему, как подземелье, подземное царство каких-то там богов, что ли. Ну, вот оно и проявилось, да. Угу. Так, а почему эти ключи от Агарта у меня находятся? Я вижу, что ты показываешь вот эту энергию суверенности. Суверенна или суверенитета, которую ты вот так привнес. Туда. Это во время смерти они забрали агарта, вот постоянно идет. И я вижу, что Мона буквально, она как набросилась на эту злую волю. Вот этот суверенитет, эта энергия суверенитета, как священная воля. И она набросилась как будто бы голодная. Прямо, а в ней как зверь такой. Давай вот это пожирать, как инсектоид такой. Угу. Так, хорошо, Виктор. Давай вернемся к тому контракту, когда я воплощал, то есть когда я вошел, когда этот спрут условия пропустить меня внутрь, на каких условиях я с ним договорился, чтобы воплотиться. Ты разрешаешь подключиться к
матрица бездушия. И вот эти щупальца черные, они вот так как продолжаются, и ты как будто разрешаешь, и такие квадратики плоские на сердечную чакру, потом под, ну, ко всем чакрам, сзади, спереди. Вот, тык-тык-тык-тык. А, как будто бы вот такое соединение, чик-чик-чик, как магнитики, прилепились. Mm-hmm. А, считывающие устройства, благодаря фокусу. Фокус на страдания, да. Mm-hmm. То есть, когда образовываются вот эти страдания, это является этим энергетическим, это энергетической зацепкой, за что они как проникают, как в портал в пространство человека. Так, согласился на это, разрешил подключиться, да? Так. Да. Это я... Буквально звучит, что подопытным кроликом разрешил быть. Угу. И ты говоришь, да, войти в Агарту. И я вижу, что у этой Агарты происходит вот какие чудеса. Они держатся на твоей энергии. Оно выглядит вот это как это... сияющая эта матка, которая дает жизнь. От нее идут такие, как лучики во все стороны, на которых такие тоже души считываются, души, как шарики души. А все это как будто держится на тебе. Эфир. Эфир развития благополучия. Это как атомный реактор, скажем так. Угу. И вот эта энергия суверенитета, суверенности, как бы дает им возможность тоже обосноваться и как бы существовать независимо. Источник вот этой энергии, да, бесконечной, можно сказать. Да, которая... да. Угу. Так, вот так происходит. И когда ты согласился вот пойти на это нисхождение, снизиться из божественного плана, стать человеком и погибнуть, вот в этот момент, когда вот этот гвоздь в руку, вот так и слышу, Агарта, вот. То есть подключка к этой Агарте, и энергия потекла через это событие, потекла от высшего Я, от первоисточника, и вижу, что как будто бы вот этот пояс, что символизирует силу народов, mm-hmm. которые питаются силой Творца, это энергия суверенитета, утекает в эту Агарту. Угу. Да, хорошо. С кем я подписал этот договор? Контракт, приказывая всем сторонам контракта проявиться согласно эфирным ДНК. В секторе магии проявляется вот эта муха прозрачная. Она как вот эта синяя королева из этого. Это Мона. Спящая красавица типа. Угу. Это тоже она. Так. Она кто как там? Будто бы считывается, берет из рук в руки. И вот так двумя руками. Как будто двухжильный какой-то. Провод взяла от тебя. А она вот так в руках это держит. А,
Что же это такое? Что это за провод двужильный? К чему это относится? Она считывается как уздечка, узда. И от ее рук вот так уходит, как будто усы сома. А с одной стороны вот так уходит к тебе, к твоему пространству, вот к затылку. Угу. И вижу, что в секторе интерферентов есть как маленькая какая-то копия. И вижу, что там находится как такая колбочка прозрачная. А в этой колбе как мотылёк. И там тоже такие же подключки черные, вот как копия в твоем пространстве. И такая же подключка вот к затылку, к генератору какому-то оно уходит. Ну, это энергетические конструкции. Отъема энергии. Да, и дальше оно уходит еще в нижнее. А вот эта вся агарта, эти предатели рода человеческого, то есть эти, которые воплощаются людьми, но работают на темных, это агарта, они вот так тоже подключены туда, и там какой-то идет черный объект, как глыба какая-то, какой-то спутник. Да, посмотрим, что это за спутник, Виктория. Какой его аналог на физическом пространстве? Он какой-то метеорит. А я слышу остаток лели. Он вот такую форму имеет, как камень большой, такой, как скала. И летит вот так в пространстве. Это он у нас сейчас где-то в Солнечной системе находится? Да, там какой-то пульт управления Солнечной системой находится. Угу. Вот на этом метеорите почему-то. И в этом метеорите находится вот эта колбочка. А проход как-то идет через Солнце. А пульт управления именно в этой колбе, что я говорила. А эта колба находится внутри этого метеорита. Угу. Оно считывается как энергия твоей души. Энергия души, сознания, суверенный субъект. Это потерянный. Вот эта частичка души, да. Да. Так, это значит... Угу. Давай посмотрим, Виктория, кто еще стороны контракта есть. Этот спрут черный. С этим Ильей, но почему-то считывается с лицом дьявола. Почему с лицом? А, вот эта маска, которая слетела с тебя, когда я считывала, это как по-нашему, как навешивание ярлыков. Угу. Вот. А это, ну, как переброс кармы, скажем так. То есть кармическая зависимость и... переброс, то есть спихивание своей вины на жертву, создают вот эту маску. Угу. Да. Так, вот этот Илья, значит, так, приказываю этому Илье отвечать, что он делает в моем пространстве по отношению этого пульта. Управление Земли.
Он показывает, что как будто печать ставит. Вот такой гвоздь, этой шляпкой вниз. Так, как печать поставил на каком-то союзе. Союз двоих. Так, что это за союз? Человек против человека. Он называет тебя своим братом. Брат против брата. Это как Люцифер? Ну, он, я вижу, как в образе человека. Вот это как борьба камнинных и ангелов. Я слышу, камнин. Кто он? Так, кто? А что это за союз? Что это, договор? Какой-то контракт, да. Контракт. Давай посмотрим, Виктория, события, когда этот контракт был заключен, что происходило. Я вижу, что ты, оно считывает, так, слышу, вот перебираешь связку ключей. И как бы собираешься войти в эту преисподнюю. Это на эфирном уровне? Да, это когда ты собирался идти на воплощение. А этот смотрит, этот глаз смотрит на тебя. Так. Но это тот же, по сути, момент, да, контракт, когда я отдал этот суверен. Да, то есть я вижу, что да, это событие ты принял вид рода, вида человеческого, то есть вид человеческий, и ты как бы идешь в этот черный род, который замешан. Светлые энергии и темные энергии, черные. Ты идешь в род камнинных, камнин. А что обозначает это фамилия или род? Само слово «комнин», вот это оно что обозначает? Ну, мне вот это постоянно идет по-украински, оно звучит как «комын». Это как вот труба, куда дым уходит. Дымоход? Камин, как камин, да. А, как камин. Как печь. Портал, да. Понятно. Так, именно хорошо. Эта труба. Хорошо, Виктория, спроси у меня, зачем я пошел на эту сделку, каков мой скрытый смысл? Ты снова показываешь вот уже в секторе интерферентов, как такие вот красные, снова как этот торт, как будто бы эти энергии. И там эта девушка. Вот лицо Валерии, руку протягивает, то есть ее душа, она как будто бы уже находилась там, в заключении. Да, вот она, я вижу, там стоит, там много-много, эти баночки такие, как будто бы. Ну, я так думаю, что это идет такой образ, чтобы я понимала, что как бабочек ловят, знаешь? Ясно, душу ее поймали, да? Да. Ясно. Так, и я пошел ее освободить. Не только. Угу. Ты говоришь, так, что вернуть миру суверенность. Показываешь на этот Мидгард. И вот эти оси, которые идут вот так, как крест такой. Так, суверенность, понятно.
Так, хорошо. В чем главная зацепка этого контракта? На что? Разрешил убить. Вот этот гвоздь. И когда вот этот гвоздь зашел, то как будто бы шляпка такая сияющая, да? То есть как будто бы этот гвоздь выбил часть твоей энергии и ее словил. Энергия. Да, этот колдун. Это твой двоюродный брат. А выглядит он вот как в виде черта с рогами. Даже не черта, а, знаешь, как сатир. О. Как человек с рожками и с хвостом, да. Так, брат этого камнина. А он, это я слышу, перехват власти. И с того момента вот власть прихватилась. И вижу, как вот эта муха, да, ухватила этот, как свиток, это ухватила, начала как пожирать эту энергию. И когда она начала пожирать, у нее в чреве образовалось такое, как в животе, такие какое-то отделение. Что это такое? Короче, как ее, как будто бы одна матка превратилась в миллион. Такие отделения, как будто бы, вот, знаешь, кошельки, мыльные и пузыри. То друг другу пузыри эти. Короче, размножилась. Да, и она размножает вот эту энергию, которую пожирает, и она как бы рождает монстров своими фантазиями. Вот этих эзотерических монстров, нижнеастральных, она рождает. Ну, так и идет, ее иллюзиями. А этот... их там много, этих, в этой Агарте. А я ее управляет. Так, понятно. Хорошо, Виктория, спроси меня, вижу ли я все это, контракт, последствия, что происходило? Да, ты видишь, я вижу, что ты стоишь возле этого портала и перебирал так большие ключи и обратил внимание на один, на этот ключ. И когда ты на него обратил внимание, то эта зверюка, которая вот держала этот, она ее начала печь, она ее бросила, начала орать очень сильно. Это ключ в Агарту, вот этот. Да, да. И вдруг я вижу, как ты вот так раз и смотришь на этот гвоздь. Берешь его просто так. И вытаскиваешь. И запихиваешь этому брату. Прям как язык в рот. И там появляется какая-то картина. Считывается как клеп, наклеп, ложь какому-то наместнику, что-то он лжет. Да, так. И после этого я вижу, что этот наместник ему медаль какую-то цепляет. Так, кто это наместник? Приказываю назваться это наместник, как ее звали в том воплощении. Это вот этот, который руки вот так умывает, я вижу. Понтий Пилат. Пилат. Да, да, да. Вот я его вижу. Он смахнул с себя как бы ответственность, но он все равно по отношению к тебе находится в секторе магии. Вот это слово звучит снова как
Сейчас я вернусь. Вернись, Виктория, послушай, что это за слово? Равнодушие. Оно уже звучало из слова. Равнодушие. Угу. Равнодушие, по его мнению, это равновесие. То есть он для себя выбрал вот эту изоляцию от происходящего и думает, что таким образом угу. он изолировался от ответственности. Безответственность, короче. Да. Так, а вот этот, кому он медаль отдает, приказывая ему называться, кто он такой в том воплощении, его имя? Он кричит, ухватил какую-то эту маску и кричит: «Я Камнин, я Камнин». Приказываем. А эта девушка, которую да. держали и рот закрывали, начинает кричать. Она кричит, вырывается и как-то встала вот с правой стороны. Она встала, и я вижу, как она эти веревки снимает с этого. Угу. С этого. Я вижу, этот человек, он не погиб. Ты не погиб, да? Она защитила. И она как засвидетельствовала. Она, короче, изменилась эта ситуация. И вот этот Понтий Пилат обратил на это внимание. Ага. То, что она да. высказалась. Угу. Да, я вижу, что он раскрывает перед ним вот такая какая-то... Как-то вот так как-то шур с двух сторон. А, ну, это свиток. Книжка вот такая, да, да. Угу. И он смотрит, и на него такой свет идет, что прямо... Я вижу, он смотрит на эту миску с этой водой, где он умывал руки, вот это. Эту черную энергию, которую ей, ну, ему как бы подсунули. Угу. Я вижу, как этот человек сидит, ну, который типа Иисус, и снимает с себя какие-то тряпки. Вот ноги вижу, снимает такие... Красные, бордовые? Нет, белые, как будто бы yeah. бинты такие широкие. Uh-huh. Похоронную эту штуку. Как-то uh-huh. его замотали в такую штуковину, и он это все снимает с себя. И говорит: «Я жив, а Валерия возле тебя находится и радуется. Mm-hmm. Она твоя жена. Я вижу, ты ее обняла вот так за плечи, и вы пошли там, где свет, mm-hmm. в сектор Первотворца. И взлетит вдруг вот так руками, ну не руками, а крыльями взмахнул, и в этот же момент... Вот эта колба разбилась. Угу. Хорошо. И сейчас я смотрю, когда она разбилась, то появился вот этот разлом. Черный, он вот как будто бы этот разлом залили такой энергией, как смола черная. Вот прям этот разлом. Я слышу: «Сирийское землетрясение». Это землетрясение было как следствие? Оно вот так как-то, сейчас я тебе объясню. Uh-huh. Вот это событие, оно как бы назревало, да? То есть твое освобождение, оно как бы назревало. А почему? И это землетрясение как бы... Как оно связано с именно с назреванием событий или с этим освобождением? Сейчас я считаю, потому что там кто-то попадал вот туда прямо.
Так, считывается как кара. Кара Господня. Сейчас посмотрю, что это. И вижу, как от сектора интерферентов, как будто бы огромный язык буквально слизывает этих людей, которые вот падают под этими обломками. Так. Кто это туда? Кто это туда упал? Приказываем проявиться. Что такое? Какие-то нитки. Что это такое? Сейчас я посмотрю, какое они отношение к этому имеют. Я вижу, что они находятся в секторе магии. И когда вот это Иисуса распяли, они так делали. Так, что это? Сейчас я одного спрошу, что это они делают. Спроси. Вижу, что они свое лицо, как добродетель, как будто бы снимают. И вместо этого у них вот здесь образуется это черное лицо с этой бородой, с этими глазами. Я слышу, что они приняли сторону зла, осудили невинного. А сейчас получает карму за это, да? Да. За то, что... И я вижу, что вот они, это землетрясение, имеют отношение, вот эти души, к этим ключам, которые у тебя есть. Все ключи какие-то черные, а один белый. Так, что это такое? На такой вязке большой. Я слышу, что ключи от преисподней. Так написано в Библии. Сейчас я посмотрю, что это означает. Я слышу, что в твоей воле их простить и освободить. И я вижу, что какая-то ситуация, что ты их как бы учишь. Сидишь и что-то чертишь, как палочкой на земле. Получаю. Учишь. Так. В том воплощении. А потом вдруг взял и так, как книжку открыл. Вот так, как будто бы эта книжка в тебе была. И ты вот так раз ее открыл. И когда они прочитали ее, будущее событие показал. И они все за голову взялись вот так и начали вот ходить. И отрываются. Это вот этот момент, когда они кричали: виновен, виновен. Распни. Да, сейчас. Они кричали, пальцами показывали. Я вижу у них всех эти маски черные на лице, и они кричат: виновен, виновен. Вот это по-украински это звучит как наклеп, то есть наговор, ложь. Они приняли сторону зла. Так и звучит. Передаю информацию, что тем, что их ждет, что они могут отказаться от ихнего наклепа, если они хотят сохранить ихнюю душу, они могут отказаться от наклепа. Если хотят, пусть они откажутся. Я вижу, что происходит вот это, что в Библии описывается как воскресение на третий день. Вот. Оно как воскресение не буквальное, не конкретное, а как вероятнее всего, что считывали информацию, как я это делаю,
видели люди, что ты вернешь свой вспять вот эти все истории, тебе нужно отменить, потому что я вижу, что ты берешь этот сияющий ключ, суверенитет, поворачиваешь, который начинает вот так двигаться прямо у этой агарты. А через эту агарту, я вижу, проходит канал, который ведет к погребению душ. Вот этот шиул. Я вижу этот коричнево-красный, где эти пузырьки, и там эти обреченные души. Хорошо, Виктория, я своим сознанием хочу отказаться от всех взаимодействий и контрактов с антимиром. Захожу в тот момент, отказываюсь подписывать с ними контракт, отдавать суверенность. Я вижу, что вот произошло вот так что-то. Сейчас, ну как это я так быстро забываю? Возвратись, вот, Виктория, и помедленнее это вот сейчас вернусь. Вижу. Вот этот крест уходит, ты снимаешь этот венок черный, эти гвозди с рук, с ног, эти тряпки, это все. Отказываешься от смерти, принимать смерть. И в этот момент произошел вот такой как энергетический какой-то всплеск, взрыв. И просто твоя энергия как, ну, как взрывом вынесла с этой агарты. И они смотрят... А уже нет. Уже ничего нет. И вместо этой твоей энергии и суверенности во рту этой тварюки, мухи, черная энергия находится, считывается ее ложь. Приказываю всем интерферентам, магам забирать их не ложь, обман, наклепы, все их конструкции. Их не чипы, импланты, подключки, чужеродные энергии. Приказываем им забирать их руками, применять к ним же. А я вижу, что ты берешь вот этот какой-то метеорит, остатки лели, остаток лели. Так взял его, как хлеб, разломал. Вот, наверное, отсюда идет эта история хлеб ломать. Вот так его всего разломал, а внутри находится, слышу, агарта. Вот этот пульт управления. Потому что там находятся как души, плененные души. То есть информационный этот блок энергетический. Это как компьютер, что ли? Как операционная система, как будто бы. Вот. Искусственный интеллект этого антимира. Искусственный интеллект, который заточен на страдания, на негатив, на ужасы, на смерть, войны. Они этими энергиями питаются. Так, сейчас что я хочу посмотрю. Сделать с этим? Так, разломил, и там образовался такой, как стеклянный купол. И я слышу, под куполом находится Мидгард. Что это такое? Там такая земля. Какая-то штука, но не сама земля, а как будто какой-то супер, считывается как суперкомпьютер, такой диск толстый, как копейка с такими бортиками. Считывается блок управления, и от него идут такие, как усы, подключки, разные. Зеленые, белые, прозрачные. Какие-то липкие, разные-разные, идут прямо к планете Земля. Эти провода... Реальные Земли, да. Это как вот эти трансляции программ?
Да, что ты видишь? Да, и они вот так, они доходят до, как к воздуху, где прозрачная сфера, а другие к растениям, а третьи к животным, а четвертые к людям, а те к коре голов. Почему-то считывается кора головного мозга, а я вижу, что это как сама планета. Ну да, интересно. Называют кору головного мозга и кора Земли. Да. Вот. И вижу, что там этот разлом, он вот так идет, такой разлом черный. Считывается, как разрубить пополам. Вижу, от этого разлома идет подключка к этой агарте. И там ходит человек, который раскладывает, как колышки, знаешь, как землемер закладывает. Я слышу основания. Какие-то Кто это? пирамидки. А, этот Илья, который пирамидки Илья эти вот ставил. с бородой ходит, да. Он отмеряет, что-то он меряет, все перемеряет, переделяет, все он что-то колдует. Да. Приказывай Илье забирать его воздействие с Земли, с нашего всего светлого пространства, с чистого эфира. Пусть применяет на нем же. И вдруг, когда ты сказал, то в нем проявилась как сущность красного, темно-красного, кровавого цвета, которой я начала кричать, что ей кровь нужна. Этот дух. Это Илья, он одержим разными духами, знаешь, не одним. Ему вот нужно делать проблемы на земле, чтобы кормить его, этих хозяев, несчастьями и энергиями несчастий. И не он один, это все эзотерики там присутствуют. Вот эти все, которые колдуют, расставляют разные символы, знаки, которые мешают естественному потоку энергии, а закрепощают разными ритуалами, спиритуальными практиками. Приказываю всем этим магам, этим эзотерикам убрать все их воздействия со священного пространства Первого Творца. Пусть принимает их не на них же, а карму призывая за все их воздействия. А ты взял свою ту энергию, которой не хватало, как будто бы куснули у тебя, да? Взял ее быстрее. Все. Это как яблоко. Возвращай это... все, что фермы. Да. Apple. Ну, Apple. Вкусное яблоко. Конечно, да. Ну, дичь, у них просто так не бывает. Они же все это... Возвращаю все мои частички души, потенциал, энергии, все мои слепки, отпечатки, все, что касается моего разума, моей руки, ноги, все я возвращаю, очищаю, а все чужеродное отправляет туда, откуда оно взялось. Я вижу, как Валерия перестроилась по отношению к тебе с левой стороны, то есть ты взял главенство. А она была главой у тебя до тех пор, пока была кармически завязана. Вот. И сейчас находится в правильном положении. И я вижу, вы как два ангела. И так шур вместе, вот как заходили в эту трубу, вот так и выходите. О, миссия выполнена, так и звучит. Вот. И я вижу, что ты вот эту энергию, как хлебушек, как будто бы возвращаешь обратно. Она вот такой, ну, имеет вид такого буханочки хлеба кругленькой.
возвращаешь, и она вот так прирастает к этому поясу, как будто бы такой пояс на ком-то завязан. Символ силы, суверенности, гармонии, красоты, то есть нашего пространства. Ты вернул вот это. Суверенность. Да, передавай информацию всем душам, погибшим во всех этих катастрофах, войнах, устроенными этими подручными крысами антимира, этими эзотериками. Пусть принимают карму к ним же, самим, и по конам священного Всесвиту. Пусть получают изделия своих трудов, к ним же применяют. Каждый по ихним трудам, по ихним мыслям, по ихним делам, пусть применяет все ихние на них же. Вижу, как от Мидгард, потому что она с одной стороны светилась, а вот там все было как будто бы колышки, колышки, все так затянуто таким темным. Эти колышки начали вот так отрываться. Отрываются, отрываются, и эта черная энергия уходит. Давай зайдем, я пообщаюсь с Землей, с планетой Земля, чтобы она очистилась от этих колдунов и перестала их кормить своими энергиями. Пусть уходят, пусть служат своим господам без нашего участия, без энергии нашей, без энергии нашей планеты. Пусть отсоединяется от животного мира, растительного, ионосферы, от коры земной и от всех-всех временных энергий, пространств, во всех воплощениях, временах. Пусть принимают карму и уходят прочь на расследование, слышу, расследование правоты. Да, пусть уходят, пусть Первотворец, Вселенная с ними разбирается по конам Вселенной, а мы освобождаем нам наш Божественный мир, наше личное пространство. Освобождаем, очищаем. И видишь, как Мидгард, вот слышу Мидгард, и она просто вот так как вырвалась с этого креста. Это хорошо. Как перекресток, да, вот как центральная часть была. Она должна быть центральной частью разума, а не дорогой, куда ходят все проходимцы. Все закрываем, очищаем все наше личное, общее пространство. Очищаем. А у тебя из рук голуби как будто летят. Ты вот так руки протягиваешь, и такие энергии, как голуби, летят. Ясно. А я вот как раз эти дни занимаюсь проводкой и думаю, как правильно все сделать. Блин, провода прям. Сейчас все получится. Так, хорошо, Виктория. Отсоединяйся от этих ситуаций. Поднимаемся вместе максимально вверх. Валерии передаю информацию о освобождении. Вынимаю вот этот подключку к импланту, оно вот так вытягивается вот к Илье туда. Я вижу, как ты вот так это рукой, вот этот символ, а он как это, как паутина. И ты шмяк просто к нему. Все пространство твое очищается, а это сходит, знаешь, как это, как сетка, чтобы словить. Эта сетка на него же. На них, на этих всех, на эту агарту и в портал на утилизацию. Мы накладываем запрет колдовать в нашем божественном личном и божественном общем пространстве нашей планеты и всей Солнечной системы. Запрещаемо. Да. Хорошо, Виктория. Отсоединись пока от этой ситуации. Так, я хочу отменить мое решение ездить на свадьбу к Андрею. Отказываюсь там целоваться с дружкой и участвовать в вот этих свадебных ритуалах.
Все это очищаю, убираю чужеродные энергии, подключки, убираю. Хорошо. Да. Так, отсоединяйся, Виктория, от этой ситуации. Так. Давай еще раз посмотрим мой разговор с Валерией, когда я с ней поссорился, что в этот момент происходило в эфирном пространстве. Я вижу вот так, вот как будто бы между рук какая-то черная, как гантель. И говоришь, ничего нет. Все чужеродное отправляю на аннигиляцию, очищаю. Я вижу, что это был, знаешь, незакрытый гештальт. Это как мы с Марком, мы ругались до тех пор, пока не поубирали, ну, может, еще что-то осталось, не знаю, пока не поубирали все эти зацепки. И ведь только потом я успокоилась. То есть все, я прямо почувствовала на физике. Я прямо почувствовала на физике, как меня отпустило, знаешь, и все. Да, здорово. Потому что энергии обиды, предательства, они никуда не деваются, они прописаны в генетической памяти. И когда мы решаем эти вопросы, тогда у нас выстраиваются отношения чистые. Как говорится, с чистого листа. Точно, Виктория. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Давай, Виктория, посмотрим под моей черепной коробкой Атлант, вот это, что внутри, какие неполадки, чтобы я мог это увидеть, все исправить целостно. Ну, смотри, я вижу, что там есть какая-то пластина. Сейчас, вот где Атлант, там этот хрящ, и вот так как-то как голова. Там это сот. И там пластинка такая вот эта, которую ты как бы при этом соглашении позволил себе поставить. И она вот именно тянется в сектор магии, в сектор интерферентов потом. И к этому решению, к этой колбочке. И это является как пультом управления. Так, все контракты я расторгаю, и кто хозяин этой пластины, приказываю убирать его же руками, все его энергии, пластины. Вот этот крокодил проявился с хвостом, вот эта рептилоидная сущность, и вытаскивает, приказывая забирать, приказываем и убирать забирать все его энергии, и возвращая свое. Я возвращаю все мое, все мои энергии, потенциал, целостность. Все чужеродное вытаскиваю, отдаю им. Я отказываюсь принимать в мое пространство чужеродные энергии, программы, подключки. Очищаюсь и восстанавливаю мою целостность и генетику, которую мне дал Первотворец. Восстанавливаю Ты на вот всех так взял, уровнях. Как будто бы вот так вот себя подвигал, и там... Вот так началось сияние, и очисти все твое физическое тело, всю твою энергосистему физического тела, лимфодренаж восстанови, восстанавливаю кровеносные все сосуды, все верни на место, как было первоначально. Возвращаешься твоему... на место. Да. Все, кишечник, желудок, все паразитов, все, что чужеродное там живет, все, я отказываю им находиться в моем пространстве, выталкиваю из моего пространства, восстанавливая мою эталонную жизнь. Я жизнь, я живая душа. Хорошо, Виктория. Поднимаемся все вместе вверх, отсоединяемся от этих ситуаций. Да. Посмотри на меня со стороны, как я выгляжу. Сейчас я вижу, что там, как было это пространство, ты, я вижу, как вытянул кусок, такая, как шлейф потянулся.
на стол его положил, лицом обернут, повернулся к первотворцу, и как будто вот молоточком стучишь. А, вот как они стучали. То есть ты вот это обратно постучал, и это вся этот шлейф как отрезается, вот так чух-чух, отрывается. Угу. Это агарта отрывается, уходит. И я вижу, что ты вышел с той ситуации, когда ты сидел вот так и разматывал эти какие-то бинты на себе, и вдруг ты вышел из них, просто как квантовый скачок. Вот. Ну и снова вот это идет воскресение. Угу. Отказываясь от смерти в любых проявлениях, отказываясь гнобить себя, вредить себе, все чужеродное отправляя на аннигиляцию, поднимаясь вверх. Угу. Вот это воскресение, это в пространстве каждого человека должно произойти. Это полный отказ от смерти, вернуть свою суверенность, то есть свой код Творца. Угу. Хорошо, Виктория. Интересно мне пришло вот это, код Творца. Это что такое, получается, код Творца? Это как эталон, как кон Творца, то есть это как состояние Творца, то есть истинный потенциал, вернуть себе истинный потенциал. Угу. Здорово. Хорошо, Виктория. Да. Информация о освобождении. Эту информацию я в эфирном пространстве оставляю, передаю душам. Угу. Хорошо. Спросила меня, все ли мы сделали для меня на этом сеансе. Да. Угу. Хорошо.